Анапа привезла первые и второе места с 7-й кубанской агропромышленной ярмарки. В течение 5 дней наши сельхоз и товаропроизводители представляли курорт и удивляли кубанцев своей свежей и качественной продукцией. И труд наших земляков был высоко оценен экспертами и жителями Краснодарского края. Анапское устричное хозяйство победило в номинации «Рыбоводство», оставив позади несколько десятков конкурсантов. В номинации «Народные промыслы» экспозиция анапчан на втором месте в крае. Всего в кубанской ярмарке приняли участие 24 анапских сельхозпроизводителя. Они представили курорт в 7 конкурсных номинациях – виноделие и агротуризм, товары народных промыслов, животноводство, рыбоводство, пивоварение и безалкогольные напитки, пчеловодство и растениеводство. Торговые марки, представленные на ярмарке, известны не только в крае, но и за его пределами. Анапская экспозиция вызвала живой интерес у покупателей. Продукцию анапчан за эти дни разобрали полностью. Покупателей было очень много. Люди приходили, смотрели, пробовали, проводились все различные дегустации. Людям нравилось, приобретали нашу продукцию. Все, что мы привезли, все мы там и продали. Вот, поэтому ярмарка удалась. И хотелось бы отметить то, что кроме продаж мы, конечно, участвовали в круглых столах. Это деловые программы, которые были организаторами разработаны.